17 ноября. Фильм будем снимать с распаковочкой для Алексея. Город Акдобы. Это у нас Казахстан. У Алексея рост 179, вес 70. Заказала Крейсинг 7012. Профессиональную модельку. Толщина металла 2 мм. Проверенная временем механизмы. Металлическая рама. Кресло довольно мягенькое, но есть одно «но». Это кресло для определенного телосложения. Там из-за своей боковой поддержки ярко выраженной и в плечах. То есть это кресло вот 1,80 м. Это вот золотая середина 1,80 м. И там 85-90 кг. Значит, кресло тканевое, мягенькое. Внутри кресла находятся жгуты, которые вот и дают всю эргономику для спины. Теплость, эргономичность, удобство. Угол наклона у этой модельки 155 градусов. Спинка кладется почти что горизонтально. Комплектуется двумя подушечками. Под голову подушечка, под спину имеются фиксаторы. Все это дело в верхние лямки просовываются в вентиляционные вот эти отверстия. Нижние лямки между спинкой и сиденьем. И на задней стенке спинки все это защелкивается в карабин. Да, повторюсь. Профессиональное кресло, рама 2 мм, мультиблок, никакой фанеры, никаких топ-ганов, никакого пластика, газлифт 4 класса, 5-лучевая дюраль алюминиевая, это я так называю холмиком, они так выпухлые, и колеса с полиуретановой накладочкой, тоже с увеличенной плоскостью соприкосновения с напольным покрытием, тем самым они наносят вред, соответственно, давят напольное покрытие, если там у вас какие-то ламинаты, пробковые полы. Так, правило. Главное правило. Значит, самое главное правило во всех, в принципе, моделях, у кого есть угол наклона спинки, это правильно взаимодействовать с этим механизмом. А это значит, поднимаем его до конца, рычаг, а потом только давим спиной на спинку. Когда спинка под нагрузкой от вашей спины, соответственно, рычаг мы не дергаем. Приподнять вот этого рычага никаких скрежетов металлических не должно быть. Это надо запомнить. По уходу за креслом, значит, подлокотнички. Это пориуретан. Вот чтобы не было вот таких вот штучек, видите, пориуретан. Внутри он такой спененный. Практически такая же основа внутри. Тоже спененный пориуретан. Сейчас все делается из пориуретана. Это хороший материал. У него температурные качели от минус там 30 до плюс 50, то есть он выдерживает, не трескается, не лопается на этих в этих качелях температурных, как дермантин, скажем так, поливинилхлорид. Поэтому уход нужен именно за тканью. Приобретаем автохимию, аэрозоль. Это пенка. Раз в год, два раза в год, по мере загрязнения, обливаем этой пенкой всю рабочую поверхность и с помощью пылесоса это все собираем. Единственный эффективный способ очистить кресло от повседневной пыли, пота, грязи. Вот. Ну и также этим средством протираем подлокотник, если есть прямой контакт с кожей. Помним, пориуретан боится соли, которая входит в состав пота. Под температурой тела это все дело очень быстро начинает разъедать. Сейчас его подготовлю, смотрим, что все запечатано, все упаковано. Значит, кресло 28 килограмм, габариты коробки. Сейчас поставлю на паузу. И вот, видим, 5-лучевая, пока кладем вот сюда. Каждую модельку, каждое кресло, каждого производителя мы всегда вскрываем. Неважно, покупается оно по Санкт-Петербургу, отправляется оно в регионы. Вскрываем, проверяем на наличие каких-то повреждений, которые могут появиться, пока кресло едет с Китая до нашего магазина. Комплектацию проверяем. В принципе, это все нужно делать, особенно в дорогущих моделях, чтобы не было никакого сюрприза, когда вы получите кресло и будете его распаковывать. Так, значит, что мы имеем? Что мы имеем? Спинка. Пакет заклеен, не вскрываю, все просмотрю. Уже с помощью подсветочки все очень будет прекрасно видно. Так, пока оставляем. Валик под спину есть, лямки есть, карабинчики вроде целые, все. Подушка для головы, бабочка для альтернативного крепления.
этой подушки в эти вентиляционные отверстия. Давайте сюда заглянем. Газлифт 4 класса, хороший газлифт. И, ну, повторюсь, с окрестингом мы уже имеем дело больше 5 лет, особенно вот эта модель. Вот эта модель Авертюр, самые такие популярные модели. 5 лет, это точно мы с ними, никаких проблем по газлифтам, по мультиблокам. Ну, там какие-то были проблемы, сейчас все изменили. А тем более это кресло должно быть уже 23 года, сейчас проверим. Вообще все изменено, технологически все поправлено. С усиленной, да, вот 23 год мы видим, 0809, 128 штучка. Вот, кстати, номер будет записан в талоне, в гарантийном. Будет соответствовать спинке. Так, колесики есть, поэтому механизм мультиблок со своими задачами здесь полностью справляется. И классификация этого кресла — профессиональное кресло. Благодаря тому, что рама у него 2 мм, хорошие механизмы, проверенные временем, и можно ему 100% давать кресло профессиональное. Так, болтики есть, пыльник, перчаточки вон там есть. Вот эта гайка для регулировки режима качания. Дома уже сами настраиваете ее, доводите до той золотой середины, чтобы кресло вас качало и возвращало в исходное положение. Очень полезная штучка. Так, вот здесь он пока. Очередь сидения. Значит, подлокотники, кстати, в этих моделях, в этом 23-й год, 3D идут. Без кнопочной фиксации, вперед-назад, влево-вправо. Ну и соответственно, высоте. Все, они здесь идеально, ничего не деформировано. Пластик целый, кнопки целые. Так, пластик целый. Все замечательно. Тоже пакет не буду расклеивать. Вот так заглянем туда, краем глаза. Полотно. Ткань, все хорошо, никаких сквозных дырок нету, петель нету, ниток торчавших нет. Поэтому после просмотра видео можно уже делать оплату. Пятница, суббота, ну, крайний срок будет отгрузка в воскресенье. В субботу, наверное, не получится. Доставляем компании СДЭК, все, в принципе, очень быстро, никаких проблем не было. Пару коробок потеряли за 8 лет, ну, их нашли там, в ближайшие неделю после нашего обращения. А так никаких косяков из СДЭКа мы не можем вспомнить больше.